Криминальное подполье в буквальном значении. Запрещенные предметы участники раскрытой экстремистской ячейки на территории колонии прятали в том числе под половыми досками. На кадрах оперативной съемки хорошо видно весь арсенал, которым орудовали члены группировки. С 2020-го квартет начал свою откровенно незаконную деятельность, пропаганду криминальной идеологии, а также сбор средств для материальной поддержки заключенных. Это один из признаков, по которым можно опознать действия запрещенной на территории нашей страны субкультуры АУЕ. По оперативным данным, один из заключенных, занимающий высокое положение в преступной иерархии, на территории исправительного учреждения организовал ячейку экстремистской организации. Также он вовлек в ее деятельность еще трех осужденных. Данные граждане пропагандировали среди осужденных лиц правила и традиции, принятые в криминальной среде, а также препятствовали сотрудникам исправительной колонии в выполнении ими служебных обязанностей. Преступная деятельность пресечена в результате совместных мероприятий региональных управлений Следственного комитета, МВД и УФСИН. Следствием проведены обыски в исправительной колонии. Были обнаружены запрещенные предметы – ножи, заточки, монтировки, мобильные телефоны, части устройства для изготовления спиртных напитков, игральные карты, а также иные запрещенные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности и наличии криминальной субкультуры. По результатам оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело. Продолжаются проверки, следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.